Дорогие друзья, сейчас я хочу прочесть для вас стихотворение из моей книги «Слезы дракона» из поэтического цикла «Время рассвета». Убранство небосвода, август, еще не твой, как будто заплутавший заяц не с тобой, ветром проскользнув нежданно по щеке, птицей покой вот колыша на реке. Ужом быстро обернулся, плавно стих. Вечером незримо опустился стройный штрих. Искупался в каплях велесовой росы. Сегодня не с тобой он, только до грозы.